И всем привет! Мы начинаем новую игру, это DLC. DLC — это DLC, который мы уже проходили. Игру мы проходили, поэтому... Это, наверное, продолжение будет считаться или нет, не знаю, как это... Сказать, обосновать... Короче, вы мне написали недавно то, что вот Cuphead вышел DLC, я знаю, я его купил заранее сразу. И вот теперь мы будем его проходить. Оно вроде недолго, не длинное, где-то на серии 5-6, наверное, может 7. С моими кривыми руками, конечно, вот. Поэтому что, будем сидеть, не будем сидеть, погнали, в принципе, и... Что-то не так. Значит, это... Я где-то видел то, что... 0% DLC. Ну, в принципе, нормально. А где чар... А где это наше? Ну, ладно. Ладно. Это, по-моему, где-то на пред... У меня для вас срочное послание от древней чаши. Черепки, найдите меня на берегу. Это, наверное, как раз идет речь о том... А, это DLC как раз, да? Отсюда. Окей, я раньше играл в эту игру на клаве. У меня есть подозрение, то что мне это будет не очень удобно на джойстике играть теперь. Но я решил поиграть на джойстике, не знаю, какая разница. Древняя чаша попросила меня передать вам весточку. Ей нужна ваша помощь. Далекий остров, таинственное открытие. Да, поехали. Мы для этого сюда и пришли. Первая серия 30 минут. Что древней чаше могло понадобиться в этой глуши? Эй, нам не тот голос выбрал. Я больше не буду нажимать скриншоты, потому что я не знал, что так будет. Господи, чашечек, мне-то откуда знать? Надеюсь, с ней все в порядке. Но действительно, место здесь глухие, места здесь глухие. Мишки мармеладные, парни, вы здесь. У меня для вас потрясающие новости. Видите это чудесное печенье? Откусите кусочек и сами все поймете. О, сработало! Нет, правда, сработало! Я снова жива! Это наебалово было, слышишь? Эй, ну теперь я стал призраком! Что происходит вообще? Все пошло кувырком. За мной, мальчики, я вам все объясню. Сотни лет я пыталась выбраться из астрала. Все перепробовала. И все впустую. Но вот сейчас я нашла способ. Мальчики, позвольте вам представить. Шеф-повар Солонкин. Величайший кулинар во всем мире. Они тоже танцуют. Добро пожаловать в мою пекарню, друзья, с золотой чашей, мои друзья. Я смотрю, мое печенье сработало. О, звездочки мои. Я снова призрак. Ой, я снова призрак. Клянусь своим под... ободком. Печенье — это странный предмет. Эффект вроде есть, и опять его нет. Не волнуйтесь, черепочки мои. Я придумал новый удивительный рецепт. Всего кусочек чудо-торта, и сила астрала покоряться вам. Этот чудо-торт сможет вернуть нам... этот чудо-торт поможет вернуть нам чашу? Просто так, без этих вот, кто-то должен занять ее место? Именно, но есть небольшая проблема. Ингредиенты для торта хранятся у очень-очень грозных противников. Если чашу можно вернуть только с помощью чудо-торта, делать нечего, мы найдем все нужные ингредиенты. Окей, получается, у нас эта игра будет завязана на том, что мы... Будьте начеку, бесстрашные черепки. Чтобы достать эти ингредиенты, вам понадобится вся смекалка и сила воли. Но помните, в любую выпечку надо вложить все сердце и душу. А где игра-то? Нам за чашу-то должна быть игра, нет? А я, кстати, не все оружие открыл, по-моему. Не волнуйтесь, пока вас не будет, я продолжу совершенствовать этот рецепт.
Я знаю, вы пойдете на все, чтобы я смог испечь чудо-торт. Сказочные ингредиенты ждут вас, друзья. Куда я соль поставил? Окей, надо туда бежать. Надо запомнить, где он находится. Видимо, все, возвращаться придется. А еще? Кое-что, парни. Если хотите позвать на помощь золотую чашу, не забудьте применить этот милый амулет-печеньку в меню. Чего? А, вот это. А, окей, теперь у нас золотая чаша будет. Ага. 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 Не знаю, будет ли какое новое оружие. О, это Бакери, понял. Ты кто такой? Сенсация, сенсация! Шеф-повар Солонкин стал лучшим кондитером в мире! Эй, вы эти самые братцы, что справились с самим дьяволом? На этом острове вам придется не сладко, но раз уж вы обломали рога самому дьяволу, то и тут сдюжите. Вы, друзья, оказали нам всем большую услугу, а вот и ваша награда. О, нормуль. Спасибо, а можно у всех разобрать монетки? Что это такое? Рецепт для золотой чаши. Ага, мы начинаем. Парирование в рывке, двойной прыжок. А, то есть ты рывок делаешь, и она парирует? Прям. А как это? Так это не двойной прыжок, это какая-то ерунда. Это неудобно очень. А как я туда должен попасть? А, я, наверное, бьюсь, точно. Все нормально. Блин. А, чё? А, я понял, видимо. Нет, не понял. Что надо-то? Ни хрена. Чё от меня хотят? Чего от меня хотят? Ну, двойной прыжок. Раскатывайте до полной неуязвимости, что? Короче, все понял, погнали. Не знаю, что там хотят от меня. А что такое использовать? Ага. Так, а куда мне идти, получается? Этот остров надо зачистить. Это обратно ехать. Это нам не подойдет. Колодец какой-то. Оу. Да, пещеру. Сначала, ну чтобы снизу вверх, наверное, как все нормальные люди. Бутлер Буги. Обычные, конечно, мы не играем на низкой. Окей. В принципе, такой пушкой можно спокойно херачить. Ай, я не привык пока. Я видел, как вот это отражается с этими штуками. Чего? Ой, я задумался. Мне послышалось, что ли, он что-то ругается? Па-п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 а
Нет, он не ругается, он какую-то херту несет. Тихо. А нет, он ругается. Так, окей, мы тут прошли. Дальше что? А как это? Так, ну первую фазу я прошел. Тут просто типа зажимаешь эту штуку и херачишь. Ничего сложного. Вообще даже не думаешь о том, то, что, блин. В натуре посылает. Так, он сейчас где-то появится, нет? Все окей, все нормально. Тихо! Бля. Я парирование не умею пользоваться еще. Те, кто со мной играл, знают об этом. Ой-ой-ой-ой! Не-не-не, не пойду никуда. Ну это вроде не сложно. Я вроде успеваю все замечать. Почти все. Я только не помню, как ультой пользоваться, как ультой пользоваться. Блин, да чел. Так, первая фаза пройдена, у меня опять одна хп осталась. Да блядь, я что это такое? Я и не видел вообще, не знал, что там что-то есть. Вода, фу. В грязный стакан что налил? Как это работает? А, просто треугольник нажимать, ладно. Если он стреляет... Да я твоя, блядь. Мне надо розовые штуки ловить обязательно. Успокойся. Да блин, я не могу и не умею парировать. Надо привыкать. Опа! Блин, не успею тут. Да ёпта, ёпта. Ладно, это сложновато все-таки. Надо еще там дальше потом проследить все это. Я учусь парировать, погодите. Я должен вернуть свою силу. А что за ульта? Как ей пользоваться? Погоди. Управление. Смена оружия. ЛБ. Левая кнопка какая-то. А стрельба с места не то. Погоди, рывок. Ульта, ульта. Спецвыстрел, Б. А, это вот это вот. Понял. Кто поет? Нихуя! Так нечестно! Ты че такой, блин? Ой-ой, тихо, спокойно. Ай-яй-яй! Ты-ты-ты! Надо сконцентрироваться, а не болтать, как дебил. Это лучшая пушка вообще на свете. Вообще делать нехрен. Просто уворачиваешься и все, и нажимаешь кнопку. Ой-ой-ой-ой! Тихо. Ой. Букашка. Ой-ой, это опять не заметил. Да уйди ты, гусеница тупая. Так, окей, 2 хп у меня. Какая-то бочка тут еще была. Как это? Я не могу пока сконцентрироваться здесь, вообще не могу, никак. Но я должен одного хотя бы сегодня пройти. Будет здорово. Не выглядит сложно, на самом деле. Пока не выглядит.
Он просто долго драться с ним, вот с этой пушкой. Чё ты там ругаешься? Видишь, что там жалуется на всех подряд. Ой, я нечаянно. Нечаянно, блин, говорю! В кнопках путаюсь на джойстике. Кто это меня ударил? Я даже не понял, кто меня ударил, если честно. Ну, первая серия за полчаса я вряд ли еще пройду, кстати. Эй, ну давай, бахай. О! Это нечестно! Ау! А может... Блин, а как это делать? Тут тяжело это нажимать-то. Блин, парировать не надо было. Я понял, я сделаю это. Там надо просто концентрироваться, эти бочки еще тупые мешают. А что там на третьей фазе? Нет, уйди! Сука, блядь! Стой! Ну это проигрыш, это все, это... Ну хотя хрен узнает, вдруг я выиграю. Поэтому мы не перезапускаем еще. Детская игра. Жук ругается матом. Ой, как много. Да блядь, заебал! Заебал! Я случайно даже кнопку нажал, типа я и обиделся. Я вряд ли пройду сегодня что-то. Опа! Блин, нет! А, сука, не заметил. Уйди от меня. Уйди нахуй! Не, ну, в принципе, она простая. Просто, типа, другие объекты мешают. Я не могу сконцентрироваться на всем. В принципе, я могу это тоже пройти без потери ХП. Ничего сложного. После Decentress это вообще не сложно, блин. Тихо, ты не стреляй тут, не стреляй. Ты
Тихо, не тот, замолчи. Ты проебаешь, я знаю. Давай проигрывай уже, задолбал. Ай, я запорол. Что? Что? Какого чёрта это сделал вообще? Это не сложно. Я повторюсь опять, это не сложно. Я уже первую фазу, в принципе, вообще на изи прохожу. Уйди нафиг. Да ты что, мудак, какой, а? Извините, я психанул немножко сейчас. Блин, а прикольно. Я уже давно не ощущал вот это вот капкедовское чувство. Да бля, что я делаю? Ой, сука. Я, по-моему, раньше это не делал, я не перезапускал. Зачем это делаю? Давайте не будем перезапускать. Это неправильно. Мало ли я с первого раза пройду потом дальше. Бывает же такое. Ты заимбывал так. Оу! Да ты, блин, это зажали меня. В углу просто зажали, как гопники какие-то. Ой, блин. Мы не перезапускаем, ладно, все херово. Я сгладил то, что сказал, типа, мы легко проходим это. Это все из-за этого. Ой-ой-ой. Теперь тут есть какие-то глюки? Ну, типа, я смотрел спидран просто. Первая часть, ну, просто обычный. Там были глюки, которые можно было проходить проще гораздо. Не знаю, здесь есть они? Боже мой, как это напряжно. Ебать, она быстро! Уёбок, ты что тут делаешь? Ну, блин, офицеры какие-то бегают, меня что-то мешают тут рецепты отбирать. Какие рецепты у жуков каких-то? Хотя да, какую еще логику, если мы за чашек играем? А? Ну да, в натуре он ругается. Он говорит, идите нахуй. Я единственное, что слышу. Какого хрена? Да бля, ну что я делаю? Зачем это сделал вообще? Это неправильно. Да сука, как меня напугала эта букашка. Зачистил нафиг. Что, блять? Это было? В смысле? Он когда полз меня задел? Не понял. Ой, забыл. Взорвись! Ну какого хера это было сейчас? Гусеница-то это, ну, просто раздражает очень сильно.
Да блин, как он противно выползает! Так, надо попробовать кружочек нажать. Сейчас попробуем. Да блядь, ну ты чё за... Понятно. Он бьет вот так вот. Я не ожидал. А. 25 минут почти заканчиваем. Ничего не прошли. Не-не-не-не-не-не-не-не. Уди. Так, все, сконцентрировались. Полная концентрейшн. Да блять, как. Надо было смотреть в другую сторону, а я не туда смотрел. Я смотрю, куда стреляю. Здесь с этим оружием вообще не стоит это делать. Почему вверх-то? Почему вверх? Что за говно? Не понял. ГГ. Да, вот это хорошо сыграл, конечно. Концентрейшн. Зачем это сделал? У меня карта все равно не помогает. Так, это вниз. Уйди! Она вообще не нанесла урон ему, кстати. Что-то странная ульта какая-то. Мне не нравится эта ульта. Я вот не могу так увернуться здесь. Вообще не понимаю, как, куда мне прыгать. Может, наоборот, вперед? Хрен его знает, как ты не заметил. Ну, значит, скорее всего, еще попытка будет. Блин, не успел. Я такие тупые ошибки делаю, серьезно, вот. Это стадобище. Ебать, что происходит? Какой-то ад вообще на экране. Тихо ты. Опять этот гребаный офицер меня сюда порол. Я с одной жизнью там почти прохожу уже. Было так замечательно, уйди нафиг. Стой! Ух, блин. Да... Я их не заметил опять. Ну это не сложно. Серьезно, это не сложно. Так, держимся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, аккуратней. Это не стоит? Нет. Уйди нахрен. Дай блять. Сдохни уже. Бегун хренов.
Во-во-во-во-во-во-во-во! Да почему? Опять я запорол в конце просто. Уйди. Там надо было туда идти, в ту сторону. Блин, я неправильно делаю все это. Давайте еще одну попытку. Я туплю очень часто. Там проще можно все это сделать. Я не знаю, чем я так тупаю. Автопарирование, конечно, замечательно. У меня раньше оно не получалось вообще. Я вообще парирование такое вот не люблю в играх такое. Уебон. Воу. Если эту штуку не заметил. Да блять. Ну две хпшки у меня. Где? Блин, я думал, у меня это, ладно. Придется прыгать. Да какого? Как она быстро двигается? Блин, мне чуть-чуть не хватает, прям чуть-чуть. Ладно, мы на этом закончим. Первая серия у нас всегда по полчаса. Потом будет уже часовая, поэтому там, скорее всего, пройдем эту вот этого старичка-паучка. Там не только паучок, там еще пчела, еще кто-то. Мы до 30 стадии так не дошли. Мы прям так вот остается до 30 стадии, мы не проходим. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.